Well, I missed this. I don't know. Что это значит? Сегодня я имел подлость убить эту чайку. Кладу ваших ног. Что с вами? Скоро таким же образом я убью самого себя. Я вас не узнаю. Да после того, как я перестал узнавать вас. Вы изменились ко мне. Ваш взгляд холоден. Мое присутствие стесняет вас. В последнее время вы стали растрошительны. Выражаетесь непонятно. Какими-то символами. Вот этот чай тоже, по-видимому, символ. Простите, я не понимаю. Это началось после того, как... Так глупо провалилась моя пьеса, женщина не прощает ни успеха. Я все сжег. До последнего толчка. Если бы вы просто знали, как я несчастлив. Больше... Охлаждение страшно! Невероятно! Вот я вот вижу, как это озеро вдруг высохло или утекло землю. Вот вы только что сказали, что слишком просты, чтобы меня понимать. Что тут понимать? Если не понравилось, вы презираете мое вдохновение, считаете меня ничтожным, как их много, я это прекрасно. Прекрасно понимаю. У меня в голове точно гвоздь. Будет проклят вместе с моим самолюбием, которое сосет мою кровь, сосет. Змея. Вот идет истинный талант. Ступает, как Гамлет. И тоже с книжкой. Слова. Это солнце еще не подошло к вам, а вы уже растаяли в его лучах. Что ж, не буду вам мешать. Здравствуйте, Борис Алексеевич.